Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Известного актера нашли мертвым в своей квартире. О причинах смерти 61-летнего артиста не сообщается. Российского и советского киноактера Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в своей московской квартире. О произошедшем инциденте стало известно сегодня, 24 февраля. Как выяснили журналисты, Писаренко перестал выходить на связь с родственниками. Позднее один из них решил приехать к актеру домой, однако не смог попасть в квартиру, Дмитрий не открывал дверь. После этого мужчина решил обратиться в правоохранительные органы. Прибывшая на место полиция вскрыла дверь и обнаружила в квартире тело артиста, отмечает канал РЕН-ТВ. Как отмечает источник, в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются причины смерти актера. Писаренко запомнился советским и российским телезрителям по своим ролям в кинокартинах «Олень и охота», «Михайло Ломоносов», «Ревизор», «Лермонтов», «Царь Иван Грозный» и остальным фильмам. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.